С гитары такой идет кровавые Слушай, а у ноги. меня хп отнимается. А у меня не отнимается. Бля. Ты выбирайся, выбирайся, нет. Да сука, блядь, цепляется всеми, блядь, хуйня. Потому что это металлическая баррикада, она самая жесткая. Я сделаю лошадь. В смысле решетку боком поставил? Что он там боком поставил? Так. В доме, это, в оконном проеме, решетка стоит, ну как, не в окне, а повернута, короче. Лошадь какого цвета у нас? Коричневая? Коричневая. Окей. У меня будет фиолетовая. Так. Вот так. Я так понял, ты... В смысле? Да у него все, блядь, они, походу, баганые. Здесь. Странно. Так, у меня все схвачено, у меня получается. У меня получается какой-то козел, знаешь, на котором дрова пилят. Так. Ой-ой-ой, это уже какой-то этот хедкраб с халвы. Так. Подожди, лошадь. Так. Как у нее вообще голова идет? У меня тут глянец отсвечивает. Так, хорошо, хвост. Угу. У меня все схвачено, у меня все в порядке. А рожа у него какого цвета? Кого? У лодки? У лодки, да. Подожди, у меня все хорошо. У меня будет бешеная лошадь. Розовая, розовая. Подожди. Все розовое. У меня бешеная. У меня какой-то, слышь, этот получился барсук. Я тебе отвечаю. Иди сюда, посмотри. Ага. Так, подожди, облака. На самом деле, так прикольно смотрится. Не, а так, как будто это Маугли, блядь, и он в стае волков. СМС на 100. Еша я, собака. Понятно. Кстати говоря, а кто у нас на связи? Я что-то не совсем понял. Мы втроем. В смысле? Ну третий-то кто? Я ж не могу сворачиваться, я уже все забыл. Мистер Док. Третий я. Мистер Док? Да, мистер Док. А, я еще... Вчера его не было. А кто это такой? Что ты здесь делаешь? Вчера меня не было. Ой, да. А все нормально. Так. Так, я теперь понял смысл сказанных слов, как будто он видео смотрит. Так. Сейчас. Так. А что еще барсуку нужно? Адекват. В смысле? Как за ним ухаживать, ты не знаешь? Так. Подожди, он должен быть на песке каком-то, наверное, или земле. В смысле, какой барсук? Обновление вышло, что ли? Ну да, я Тамагочи скачал здесь, в раз за барсуком ухаживаю, подожди. Вот, он на земле. Так, наверное, дерево надо. А что барсуки вообще делают? Ну, дерево. Барсуки, они, короче, деревья грызут. Понял. В смысле, какие барсуки? Нет, ёпта, это бобры, а барсуки, я хую знаю. Барсуки... Так, растовское дерево нарисовал, все нормально. Они чисто водку жрут, ебать, и мясо едят. Адекватно, я настоящий художник. Нарабатываем в расте с рисованием. Да. Именно так. Все там будут рассчитывать, что я нарисую калашников, расчлененку, там кишки намотаны. Я рисую барсука. У него уже должны пол. Главное, делал лошадь, получился барсук. По-моему, это классно. Так ты ВКонтакте как? Максим? Александр? Павел Тэп. Павел Тэп. А, Павел Тэп. Павел Тэп. Все, все. Понял, да. Кстати, Бонни, помнишь этот Трибюше, а Трибюшет? Да. Вот это я был. Все, пизда тебе. Бань его. Вымораживал меня со своим Трибюше. Ага, вымораживал, ну да. Трибюше, ты должен писать Трибюше. Блять, как я это выговорю, Трибюше, блять, в этом видео. Мне проще было Трибюшет, Трибюшет, Трибучет. Вообще-то Трибучет.
Ну, вообще-то требущет через ю. Щет, щета фак. Пизду. Вообще по-французски треше. Треше? Ну да. Ну ладно, меня сейчас спалят, какие классные тут рисунки рисую. Иди скорее дойди до меня, пока тут чувак сишка не взорвался. Он какое-то мудло, по-моему. Да он же твоя не взорвет. А, да. Да, да. Нет! Ты должен успеть. Я не за что так он зашел. Сейчас он рисует атомный взрыв на моем домике, скелет от моего барсука, и будет ужасная картина. Да, иди скорее, смотри, мое произведение искусства. А он что-то делает, подожди. Это барсук. Сатанинский. Это похоже на эту, блядь, на таксу. Подожди, он что-то рисует. А чё у неё хвост как голова? Ебать тебя вообще, ты потоньше не мог сделать? Кого потоньше? Хвост. А, его тоньше надо ты было чё, делать? Её обкончать, а, так это же это, на спину. Все нормально. Это же лошадь. Ну, мне надо фотоаппарат взять и сфотографировать это дело, подожди. А где фотоаппарат? Дай мне фотоаппарат, пожалуйста. Так, ты уже что-то рисуешь, да? Нет. А что ты делаешь? Ну, что-то придумать, чтобы как-то это... В смысле? А что ты делаешь? А-а-а. Нет, ебать, у тебя срака. А что ты здесь-то вверх тоже надо черный? Ладно, понял. Так, ну как? Правая сторона немножко это. А тут что, ластика нет, я так понял? Ой-ой-ой, нет, как отменить? Как отменить? Вот как здесь это... Во. Паника, паника. Ой, кажется, у него черепная коробка немного разъехалась. Кажется, ему мозги, блядь, напеклись. Ну... Немножко деформировано. Ну, да, ничего, нормально, сгодится. Это таблички кривые, все. У тебя все ровно получается. Так, все нормально. Это что, жопа, что ли? Не, хуёво, надо было таблички как-то более-менее ровно что-то делать. Лучше бы они мне дали, блядь, баллончик с краской, и я бы так... В натуре или трафарет. Что такое, блядь? Это тёлка, смотри, какая фигура. Мне нравится. Это Шерлок Холмс, смотри, у него шапка. Сейчас плащ нарисую, подожди. Трубка, а это что, яйца под бородой висят, да? Какие яйца под бородой? Нихера ты не понимаешь. Что это такое? Это ноги? Сейчас ты вот от этого охереешь. Как тебе? Рука Шерлока, накачанная. Ну вообще это плащ. Не, честно говоря, атрофированная немножко. Рука не стоит просто. А пальцы где у него? Подожди, я ему трубку сейчас нарисую. Какие? Это не рука, это плащ, что ты сказал. Это как его, блядь, снежный человек. Черный плащ. Подожди, вот, все. Сейчас все схвачу. Вот, смотри. Так это же этот, Папай. Грибочки еще нарисуй, блядь. Подожди, сейчас. Папай. А как мне рассчитать, как дым идет? Подожди, сейчас. Мне надо рассчитать так, чтобы на второй картинке дым-то шел. Я попал? Нет. А, вот, все, понял, возле кепки. Да что он черный так постоянно выбирает? Я попал. Вот. Во, нихуя себе. А там все заканчивается. Подожди, это брызг лишний. Смотри. Там стиражка есть. Где? Как она называется? Стиражка. Ну где? Нет там ничего. Вот так лучше, я думаю. Смотри, отлично. Заебись. Вот. Так, это у нас плащ. Как этот плащ... Какой флажок? Ты что творишь? Я все удалил. Подожди, нет, ты вообще в искусстве ничего не понимаешь. Сейчас я все сделаю. Вот так. Его плащ надо сделать с контуром. Нет, почему серый? Какой надо цвет выбрать? Наверное, коричневый.
А что если сделать его изорванный? Нет, тогда это получается что-то не то. Подожди, нет. Это рука супергероя получается. У него суперсила на руке. Это не то. Так это плащ. Так, подожди-ка. А как сделать? Где стирательная резинка? Нету ее здесь? Нету ее. Ну и как мне исправить? А, черным цветом. Так, подожди, нет, чтобы у нас не было визуализации, убери ты эту хероту, свой флажок. Что это такое, я не понимаю. Не знаю. Ему надо руки. Как я уберу? Цветом каким-нибудь прозрачным. Нет этого цвета. А, вот, вот это что такое? Подожди. Не понял. Как это понять? А как это? Нет, должна быть стиражка. Твою мать, что творится? Кажется, не вариант. Так, ему надо нарисовать руки. Тогда будет эффект именно рук, а не плаща сзади, который... Ну, чтобы плащ был. О, нормально. Так, подожди. Слушай, а цвет какой приятный. Как у него руки должны расти? Снизу вверх или сверху вниз? В смысле, жопа? Нет, подожди. У него должны... Он должен что-то в руках держать. Блокнот. Молот. Лук. Это будет торп. Как ему руку лук нарисовать? И как ты лук у него нарисуешь? Да? Как книжку нарисовать в проекции? Кого? Книжку. Сложно как все. А, ноутбук он понесет. Шерлок снова там. Подожди, вот его руки. Как-то немножко... Да. Стрелы, блядь. Не просто его убили, блядь. Ой, подожди, не. Как ему руки нарисовать? Какая должна быть пропорция их? Должны быть чуть тоньше ног. Сейчас сделаю. Я анатомию учил, я знаю. Нет, у него руки идут из брюха. Это как-то немножко неправильно. И причем одно ниже другого. А, все, я понял. Бля, не надо было две рисовать. Ай, все, жесть. А, адекват, чем ты там закрасил? Какой цвет? Не вижу. Адекват, закрась меня, где ты есть? Что ты там делаешь? Ну, вообще, похоже, отошел. Так, какой это цвет? Подожди. Блин, а такого цвета, это какой-то рыжий, что ли? Не, желтый. Не, не желтый. Темно-желтый. Он над белым, над вот. Белым. О, вот этот, да. Так, осталась у нас одна рука. Только как ее изобразить рукой? Надо смотри. Делать. Ну нарисуй, да, ты же там анатомик, а давай. Как? Ну Е нажми, подойди. Что там? Кто это? А кто это? Это лиса. Девятихвостый. Девятихвостый прокрыл? Нет. Ты чё, Наруто не смотришь? Наруто? Блять, а ты чё, поняшь не смотришь? Мне нравится Apple Jack. Кто это вообще? В смысле? Ну ёпта, это этот же, блядь. Девятихвостый. Этот, лис. А, все-таки лиса. Ну, лис, девятихвостый, да. Окей. Ты бы Шерлоком мне помог. Или у него просто пукан бомбануло. Во все стороны, я понял. Ой, а что за кадык получил? А я думал, это кадык. А это зоб на самом деле, да? Он туда своих жертв помещает, зоб. Ну, он, наверное, глотает сейчас в этот момент. А, понял. Сглатывает. Увидел Шерлока и сглатывает. После этого. Типа, вот это рука. А что он там делает? Он в смысле, руку а рисует. Вы вообще все замазали? Ну, потому что ластиком Тихо. Является это... Закраска. И я хочу сишку. Ну, давай лук. Рисуй лук. Лук? Да. Чеснок. Я хочу сишку кинуть. Не надо. Пикассо. Угу. Так, уже лучше. А вот с твоей этой, тебе надо было ее перекрасить в другой цвет. Я ее в черный перекрашу контур. Во, нормально. Это получается личное животное этого Шерлока.
Мистер Док у нас. Чё ж ты раньше не Подожди, мотал? а какого хера? Я ж апдейт сделал. А почему не закрасилось? Ты что, трогал эту сторону, что ли? С Cancel нажал? Док. Да? Чё? Ты что, отмену нажимал? Где? Когда? Вот на этой стороне. На этой стороне? Да. Нет, ничего не нажимал. Какого хера? Я там все закрашивал, теперь все не закрашит. А это что такое? Сейчас. Недоработано. А что это вообще такое? Должно быть. Блять, а чем он натягивает стрелу? Рукой, которая здесь видна. А, у него самозарядный лук. Ага, конечно. Какой-нибудь коричневый. Коричневый? У него не должны быть разные руки. Зачем коричневый? В смысле, а что вот это такое у него тоже? Ну, смотри, вот допустим, да? Вот и все, и все, и так и оставь, там уже мозг сам досоображает. Да? Вот кто? Вот опять. Что за нах? Где? Кто? Да вот, я закрашивал, опять все пропало. Ты что там нажимаешь, я не понимаю. Где? Отмену где нажимаешь? Закрашиваешь? Да вот, опять левая сторона. Может, ты не можешь принять, пока он там рисует? Да, ты не можешь рисовать, пока я рисую. О, вообще круто. Отстаньте от моего произведения искусства. Бабах. Нет, мое произведение, все, я обоих вообще в бан.